Многочисленные гирла и ерики ветвятся на пути к Азовскому морю. Здесь уже много лет крупнейший заповедник. Когда пробуждается дельта от зимнего сна, для работников Азов-рыбвода наступает пора больших забот. Мастерят не только для птиц. Они нужны и нерестующейся рыбе, например, судаку. Беспокоятся об этом голубые патрули, ребята из прибрежных хуторов и станиц.
Нередко сильные ветры сгоняют воду в море. Молот и малек оказываются на суше. Надо спешить на помощь. Природа должна служить и нам, и нашим потомкам. Ее завтрашний день будет зависеть от того, как мы относимся к ней сегодня. Сейчас пойменные луга редко заливают паводок. И людям приходится своими руками строить нерестилища, поддерживать в них постоянный уровень воды. Только в этих условиях уцелеют икринки. Какая рыба зашла на нерест? В каком она состоянии? Ответить на эти вопросы ихтиологу помогает контрольный отлов. Промысловики заметили, с каждым годом растет улов рыбы заводского производства. Запасы ценных пород рыб пополняют нерестово-выростные хозяйства и рыбоводные заводы. Thank you.
Специалисты ведут акклиматизацию канального сомика. Американского окуня, вес которого может достигать 50 килограммов. Воздух. Зверю — лес, степь, горы, — писал Михаил Пришвин. А человеку нужна Родина. И охранять природу — значит охранять Родину.